Сегодня у нас 30 сентября 2015 года. Вот я уже несколько продуктов детских таких отдал работнику. Вот смотрите, до 28.09.2015 года. И таких вот там полно. Вот так вот продают просрочку. Это пятерочка. Буду выходить, адрес покажу. Будьте аккуратны в таких магазинах. Так, ну вот эта пятерочка. Адрес получается Екатерининская, 105, где продают просроченные продукты детское питание.